Всем привет! В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о том, чем же кормят детей в американских школьных столовых. Наверняка многие считают, что американских детей пичкают в кафетериях исключительно бургерами и сладкой газировкой. Но так ли это на самом деле? Также расскажу вам о том, как у нас получилось оформить бесплатное питание своим детям, сколько стоит один ланч в столовке, а также как, собственно, происходит оплата обеда в кафетерии. Но для того, чтобы мое видео было максимально достоверным, мы вместе с вами сейчас зайдем на специальный сайт, на котором все эти школьные обеды полностью расписаны буквально понедельно. Давайте смотреть. Итак, заходим на специальный сайт School Nutrition Service. Мой English не есть good. Далее выбираем школу, попадаем на страничку завтраки, обеды, снеки, выбираем ланчи, и вот у нас меню на месяц. Что мы здесь видим? Меню ежедневное состоит из основного блюда, далее овощи входят в меню, фрукты и молоко. Итак, для начала посмотрим, что же нам предлагают в качестве основного блюда. Например, ротини. Макарошки с каким-то мясным соусом. BBQ meatballs. Что это такое? Это обычные наши тефтельки. Макароны с сыром. Тоже отлично. Но это еще не все. А вот дальше идет самое интересное. Дальше практически у нас начинается меню Макдональдса. Смотрим. Макдональдса или KFC без приправ. И это тоже американская школа вполне может предложить детям. Итак, как вы смогли все-таки в этом убедиться? Американское школьное меню действительно изобилует блюдами из фастфуда. Однако, что мне нравится в меню все-таки, так это наличие достаточно большого количества овощей и фруктов. Сейчас покажу. Итак, что предлагается? Брокколи. Не все любят этого зелененького пушистика. Carrots. Веселее, здоровее, вкуснее, полезнее и так далее и тому подобное. А теперь посмотрим, что же пьют американские дети. Не подумайте ничего плохого, речь идет всего лишь о соках или молоке. На выбор предлагается либо соки, и молоко. Однопроцентное, какое-то еще молоко, шоколадное. И клубничная. Вот так. Что же входит в бесплатный завтрак в школах, который дети могут брать до уроков? То есть их автобус привозит, и они могут зайти быстренько в кафетерий, взять завтрак на подносик и скушать его. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four.
Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Что касается оплаты за питание. Оплатить можно несколькими способами. Зависит это от школы, от штата. В нашей школе наличка не особо приветствуется. Нам дали определенный сайт, на который родители могут зайти, пополнить там баланс, и ребенок, уже подходя в кафетерий кассе со своим подносиком с едой, он вводит 4 или 5-значный, опять же, это зависит от школы, от штата, код на терминале. И, собственно говоря, сумма за вот этот выбранный им ланч списывается с индивидуального, с его индивидуального счета. Вот такая плата. Ну и осталось поговорить про цену на питание, на детский ланч. Вот у меня такая подсказка. Это нам дали в школе. Итак, pre-school — это означает началка. Один ланч стоит 2. Увеличу немножко. $2.50. Средняя школа $2.75. И старшая школа, high school, то есть высшая, 9-12 класс, $3 стоит один ланч. Далее в этой бумажечке говорится, кто претендует на бесплатное питание, либо питание, вот как написано, по сниженной цене 40 центов. Это дети мигрантов, это дети, приемные дети, а также семьи, у которых вот доход, вот такой, как здесь в табличке, рассчитывается по этой табличке. Например, у нас семья из 6 человек, смотрим, месячный доход $5734. Если он составляет именно вот эту сумму, то семья может питаться бесплатно, либо по сниженной цене, или, в общем, 5734, либо ниже этой суммы. Подается форма онлайн, здесь вообще прилагается вот такая форма, можно подать онлайн, и тогда можно ожидать положительного ответа, что ребенок будет питаться бесплатно. Нам пришел положительный ответ буквально на следующий день. Ну вот, собственно, все, о чем я хотела вам сегодня рассказать. Надеюсь, что-то вам покажется интересным, либо познавательным. Так что ставьте лайк, если вам не сложно, подписывайтесь. Пока! Всем привет! Сегодня тема нашей лекции – детское питание в школах. Всем привет! А вы знаете, что за питание в американских школах? Нету. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ау. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. В сегодняшнем видео хочу рассказать вам о том... Паша, твоя нога вылезла. А также сколько стоит ланч? Нет? В этом видео хочу. Да ничего я уже не хочу, знаете, мои дорогие. Ничего я уже не хочу.